Здравствуйте, дорогие друзья! И я рада видеть вас на моем канале. Итак, пришла к вам с очередной хвостушкой. Вот такую девочку на лошади вы тоже можете слепить, если воспользуетесь данным уроком. Для тех, кто, возможно, на канал впервые попал впервые, я хочу сказать о том, что у нас есть бесплатные, спонсорские и платные уроки. Платные уроки проходят в закрытом режиме, но все они продаются, и их можно, конечно же, приобрести. Для этого напишите мне в любую соцсеть под видео, после чего вы получите реквизиты для оплаты. После оплаты вы получаете ссылку на урок. Все ссылки у нас постоянные, поэтому не нужно переживать, что через какое-то время ваша ссылка будет недоступна. Нет, вы покупаете урок один раз и пользуетесь им ровно столько, сколько вам необходимо. Пока существует YouTube, никто от вас эти ссылки не отберет. И немного теперь о самом уроке. Что в него входит? В него будет входить, конечно же, создание самой лошади, фигурка каркасная, мастика Top Decor и Model Past. Для девочки я использовала просто мастику Top Decor. Можно также лепить из Model Past. Тут уже смотрите сами, какой вам больше нравится материал. Фигурка бескаркасная, конечно же, все достаточно просто. Единственное, что достаточно маленькая девочка, поэтому, возможно, тому, кто недавно лепит, я бы не советовала браться, так как очень мелкие детали, действительно будет сложно. И я хочу вас предупредить об этом заранее. Если вам понравилось и вы готовы все-таки вступить в бой с этой маленькой девчонкой и лошадкой, милости прошу, пишите в любую соцсеть, как я уже сказала. Ну, а я буду с вами прощаться. Надеюсь, что данная девочка тоже заслужила ваши лайки, также комментарий. Ну и как всегда, если вы были с нами впервые, значит, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. На сегодня все. Всем пока-пока.